Добрый вечер. Мы находимся в Чертаново в лифте. Общественный лифт – очень страшное место. Но мы ничего не боимся, потому что мы хотим попить кока-колы. Сейчас мы купим курицу-гриль. Здесь реально очень страшно. Здесь нечего поесть, нечего попить. И мы заходим. Куры-гриль. Мы ходим порядка 2 часов и ищем, чтобы где бы поесть, покушать. Известно, что в городе есть везде палатки, есть где купить кока-колу, покушать. Но здесь Чертаново, здесь ничего совсем нету. Я только что подумал, что стоит, наверное, купить шаурму. Но я боюсь, что я сдохну, если я съем ее. Спасибо. Ладно, слиться с местностью. Сливайся. Сливайся. Здесь какая-то милиция ждет нас. Заходи. Мы вливаемся в обстановку. Нам нереально страшно, но мы ведем трансляцию прямо из Чертаново. Северного или южного мы уже не знаем.